Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас, в общем-то, новый дракон недели. Так, а ну-ка, опять попробуем избавиться от этой надоедливой надписи. Да, все исчезло, в общем-то, это у нас Паньгу. Кстати, этот дракон у нас выводится чаровница плюс огонь, то есть, кто еще не вывел чаровницу, ну, собственно говоря, я тоже еще не вывел, но у меня уже она практически готова, через 4 часа у меня высидится чаровница. Так, а сейчас я вам тут про него немножко почитаю. Так. Вот. Так. У нас будут у него стихии божественная зелень и земля. Чтобы его вывести, 4 дня понадобится, да, божественная эта печалька. Ну, чаровница плюс огонь, да. Ну, как сделать чаровницу, вы должны знать. Видео на канале есть. Огонь плюс чернобронный. Ну, либо ветер плюс копилка, например. Комбинаций много. Сила удара у Паньгу будет 73. Кстати, он, по-моему, является копией... А, по бочечке, да. По бочке у Паньгу такие же, как и у Афродиты. От 30 секунд. Да, точно все те же драконы можно получить, сочетая факел и огонь для Афродиты. Да, все то же самое получается. Все те же драконы. Ну, в общем-то, там от 30 секунд до 10 часов появляются разные драконы, ну, а нам нужно 4 дня. 4 дня, ребятки. Так, давайте будем смотреть, что мне здесь выводится. Вот, здесь 5 часов у меня уже пошла комбинация на грязь плюс ураган. Это у меня еще... А, это последняя комбинация была на предыдущего недельного дракона. Ребятки, это у меня была такая комбинация, я успел там зарядить, но у меня, то есть, недельный дракон не получился последний. Ну, это, в общем-то, совсем не беда, не больно нужен был этот изящный дракон. В общем, сразу потом через переключусь на выведение Паньгу. Паньгу, 7 дней, очень даже будут, кстати. Ну, а здесь, как видите, да, у нас 4 часа с половиной еще остается. Также у нас началось, судя по... ударом и взрывом у нас идет опять гоночный забег. Давайте мы сюда зайдем. У меня даже тут есть уже чем повоевать. Осада. Да не просто так. Мы уже даже тут навоевали за один день. Неплохо. Так. Собираем второго роллера. Вот это новенький дракончик. У меня такого еще нет. Так. Атакуем вот эту вот башеньку. Давайте будем атаковать. Ну, 80% и промазал. Все должно быть в яблочко. Ты промах свой уже использовал. Ну вот, это брехня. Ну как, 80%. То есть это... У нас было 5 ударов, мы могли промазать только один, а мы промазали 2. У нас промах, не попадение было не 80%, а 60% всего лишь. Вот обманщики. Ладно, бывает, это мы все дело с книжечки ставим. Что нам нужно? Собрать еду на фермах. Это легко. Это легко, вот мы тут чуть-чуть все не собираем, вы знаете. Это мы пропускаем, это пропускаем, это пропускаем, это легко выполняем. Так, вот. Так. Ну, мне еще на других островах монеток много, потому как бы заодно и будем немножко подчищать. Два рудника на карте и приласкать. Давайте кого-нибудь поласкаем. Так, кстати, у нас идут еще две акции. Первая акция, вы видите, как можно больше драконов. Нам за это целых 3 кристалла дадут, печалька какая-то, жадины. И виповский... вариант, потратьте 250 кристаллов, чтобы получить 50 кристаллов. Ну, у меня, собственно говоря, пока что их и нет. И главный приз это у нас палитра. Редкий палитра. Ну, не знаю, зачем оно надо. Палитра у меня уже вот есть, ребятки. Вот она, гуляет палитра. Кстати, смотрите, как некрасиво нарисована палитра сама. Какая-то картинка низкого разрешения. Так, гейзер. Тоже хороший дракон эпический. Кто на начальном уровне, можете его брать себе в команду. Вместо Агавушки, да, не, по-моему.
Так, ты у нас что? Да. Место Агаушки. Так, гоблин. Давай сюда. Гоблин или орк. Ржавчина. Так, у меня этих ржавчин уже, наверное, с десяток. Аж самому любопытно посмотреть. Сколько у меня их штук. Сейчас мы заглянем, посмотрим. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, выполнили мы задание. Так, ржавчина — это у нас редкий металл, да? Редкий металл, да-да-да, все верно. Давайте зайдем сюда. Зайдем сюда. Выберем металл. Ржавчина, 6 штук у меня. 6 ржавчины. 5 броньки у меня. 4, это у нас ультрафиолет. Блин, а как назад выйти? Блин, никак не выйти, печалька. Отлично, это мы выполнили. Собираем здесь. Так, у нас краткий экскурс. Вот еще 2 ржавчины тут балдеют. Готово. Гневом драконом я не могу воспользоваться. Завоюйте рудники на карте. Но это я выполню как-нибудь попозже. Так. Еда, еда. Я ставлю обычно часовую еду. Вот так вот. И потихонечку вот тут тоже расчищаю. Ну, потихонечку. Это 5 миллионов. Это просто капец как много. Сейчас мы попробуем что-то там по карте подвигаться. Может, у нас получится, может, не получится. Так, вот наш дракон-роллер. Его тоже уже качнул. 15 уровень. Ну, такая вот у него атака. Опять же, цветочек тоже отвратительно нарисован. Такое чувство, вроде игра рисовалась на 8-битку местами. Так, мне тут часом не завалялся еще какой-то дракончик, которого я забыл прокачать. Так, мороженка. Там были предложения, как назвать мороженка. Зефирчик. Ой, зефирчик. Зефирчик. Мороженка, зефирчик. Ладно, зефирчик. Так. И шипастик. Это у меня что? У меня 2 шипастика, что ли, получается, да? Ну ладно. Так, теперь идем на карту. Идем на карту. В обычной гоночке мы находимся вот здесь. Ух ты, это что у нас, босс? Так, давайте нападем. Попробуем. Нет, нет, нет. Так, по-моему, он нам навалял в прошлый раз или нет? Ну, думаю, навалял. Смотрите, он факела... Раз факел, его даже не продымажил особо. Так, ну, победа. Блин, ну, чуть-чуть не хватило, мне кажется. Можно еще раз попробовать. А кого я могу кого-то нанять? Ну, вот хотя бы не сильного кого-то. У меня 7 баллов, я могу нанять кого-то за 6. Но это будет слабо. Да, это будет совсем слабо. Ну ладно, давайте что. Что нам стоит? Попробуем. Может, ну, просто для отвлечения. Блин, ну тигра сразу выносит. Хоть так. Промахнулся. Это наш шанс на победу. Че, неплохо так бьет, ощутимо даже. Круто. Памятник тирану, это точно.
Ух, что у нас там дальше? 49-е идут, но они без звездочек. На самом деле можем попробовать. Так, викинги уничтожают мост, чтобы нас замедлить. Посмотрим, как они покажут себя в бою. Ладно, все равно не могу его пробить, хоть продамажу всех. Так, тигр у нас тут вообще конкретно слабое звено нынче. Это очень хорошо. Так, а мы оглушили одного дракона, это тоже классно. Ууу, нифига себе, вот это мы сильны, ребята. Так продвинуться-то. Так, как раз вовремя я вижу, как Гунхильда бежит на фестивальную площадь. За ней. Хух. Вот так вот, ребят. Попросить. Так, Глеб у нас тут постоянно завсегдатый. Так, 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 так. Ну, вот так вот. Вот. Ну, переходим на новый. Ну, так, это у нас... Тихо, тихо. Хочу уменьшить карту. Во. Так. Ну да, это уже у нас новый... Не, новый остров? Или это не новый остров? Как-то, как это понять? Не, все-таки, наверное, это этот остров. Хотя был босс. И там тоже босс. А что дальше у нас? Дальше... Так, это у нас что, последний остров? Подождите. Такие просторы большие. Что здесь больше? Это последний остров, ребята? Неужели мы так далеко уже добрались? Так, а ты какого уровня? Жаль, что нельзя посмотреть. Ну ладно. Ладно, ребятки, в общем-то, в следующей серии у нас будет чаровница. Качнем ее немножко. И будем выводить паньгу. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.